Зеленый и синий. В таких цветах выполнены новые банкноты Банка России – 200 и 2000 рублей. Такими яркими их сделали специально, чтобы с одной стороны приблизиться к европейским стандартам, а с другой – обеспечить их различимость людьми с плохим зрением. На купюре в 2000 рублей с одной стороны изображен русский мост, с другой – космодром Восточный. На 200-рублевый – памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. Всего около 5000 символов России боролись за право быть представленными на купюрах. В итоге пользователи интернета проголосовали за эти. Банкноты изготовлены на хлопковой бумаге, имеют 12 степеней защиты. На купюре в 2000 есть голографическое изображение моста в блестящем кольце. При покачивании это кольцо перемещается. На однотонном коричневом поле слева при изменении угла зрения становится видимым число 2000 или 200, соответственно. Каждая цифра имеет свою окраску, которая при повороте меняется. Текст «Билет Банка России», штрихи по краям и числа 2000 и 200 имеют повышенный рельеф. На купюрах есть многотоновые комбинированные водяные знаки. Для надежного определения подлинности банкноты необходимо проверить не менее 3 защитных признаков. В нижней правой части банкноты расположен QR-код со ссылкой на сайт Банка России, где описаны все защитные признаки. Банкноты выпущены в России в количестве, достаточном для обращения. В октябре они поступили в города, символы которых изображены на банкнотах. Это Севастополь и Владивосток. А также они поступили в города Москва, Хабаровск и Симферополь. Как и было обещано председателем Банка России, новые банкноты начали поступать в регионы в декабре месяце. К нам в Читу первые поступили банкноты номиналом 2000 рублей. С 22 декабря банкноты начали поступать в обращение в банки. С этого момента они могут оказаться в руках любого жителя региона. Купюры номиналом в 200 рублей поступят в Забайкальский край в начале следующего года. Новые банкноты будут обязаны принимать во всех торговых точках. В случае отказа гражданину нужно будет обратиться в Роспотребнадзор или напрямую в Центробанк через интернет-приемную. Купюры в 200 и 2000 рублей выпущены неограниченным тиражом. Они не являются памятными, поэтому гражданам не следует их покупать по завышенной стоимости. Яна Ершова, Дмитрий Пинигин. Время новостей.